Ты не на винетку в школе фоткаешь. Виктор, ну как вам снова быть в Тирасполе? Ну, чуть-чуть другая команда, мини-футбольная. Ну, с названием говорит само за себя, конечно, городская команда, она всегда приятна. Тирасполь был футбольный клуб, а у нас мини-футбольный клуб. Но самое главное в том, что это Тирасполь. Наш Тирасполь снова будет звучать на футбольных площадках, в эфире. И я думаю, что горожанам это будет очень приятно. Давай, 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 Стасик, по тормозам. Здорово, Киря! Название сути не меняет, главное желание ребят и стремление, а дальше игра покажет, условия для всех одинаковые. По ощущениям, со старта можете зажечь? Хорошая команда со старта не рвет, она должна вкатиться плавно в чемпионат, подняться на уровень достойный и в финальной части выиграть. Вот, кстати, еще одна интересная деталь. Даже на портфелях логотип команды. Новый сезон, наверное, очень ждали, очень скучали по мини-футболу. Да, соскучились с прошлого сезона. С декабря месяца прошло уже почти 5 месяцев. К этому сезону подготовились, его перенесли. Но мы также продолжали подготовиться к новому сезону. Вот 16 апреля стартует чемпионат. Выросла команда вот по показателям? Выросла, потому что если бы не выросли, мы бы не боролись бы за какие-то призовые места, потому что очень сильно вырос чемпионат. Для нас побеждать в каждой игре главное и достичь уже наконец-то финала.